Тарифы на уборку мусора в Красноярском крае завышены. Это признала антимонопольная служба после проверки прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что на 2019 год необоснованно включены затраты 7 региональных операторов, которые работали в 11 технологических зонах. Хотя оценки на расходы по перевозке отходов нет. Отсутствуют и договоры с собственниками ТКО. В итоге ФАС России выдал Министерству тарифной политики края 11 предписаний с требованием до 1 сентября исключить лишние траты.